Всем привет, ребятки, меня зовут Спуди-Дуди-Ду, и мы проходим игру Red Ball, ну необычную. У нас под ногами, точнее под шариком, была куча лавы, прямо взорвался вулкан, ребятки. Но сейчас мы уже прошли эти опасные места, которые вы можете посмотреть в моих предыдущих сериях, ребятки. А сейчас мы находимся на мрачной фабрике, где ранее была лава, но она уже остыла, как видите, и пока что нам безопасно проходить. Так, а перед началом, ребятки, хочу попросить вас поставить обязательно лайк. И даже просто так. Ну, те, кто хотят, конечно, попасть в видео, напишите добрый комментарий и поставьте этому видео лайк. И для вас, ребятки, я спрятал секретик. Кто его найдет, получит приветик. Так что будьте внимательны. Ой-ой-ой, нужно прыгать. Нет, нас взорвали эти злые квадраты. Так, мне кажется, их можно как-то обмануть. А если мы вот так вот прыгнем аккуратненько? Так, неплохо, кстати, повзрывалось. И теперь еще звезденьку. Так, все здорово, здорово, здорово. Мы тут тоже всем справились. Так, этот квадрат тоже что-то задумал. А мы от него просто отскочим и сможем поехать дальше. Так, давай-ка катись, штучка. Фу, хватило нам силушки долететь. Текс. Ничего не предвещает беды. Пока что все хорошо. Так, эта штука доехала, и поэтому нужно разгоняться и быстрее на нее прыгать. Но мы почему-то не успели. Что ж такое? Такс. А ну-ка стоять. Стоять. Все, здорово. Звездочки наши. Теперь мы можем раздавить этого квадратика. Так, и флажок. Ух ты, эй, куда ты меня тянешь? Хорошо, что мы тут успели все забрать. Так, теперь сюда. Катимся так аккуратно, не спеша, знаете ли. Фух, зато прошли. Ой-ой-ой, это штуки, которые делают из шариков квадратов, представляете? Вот как тут можно аккуратно пройти? Тут же страшно, страшно, я вам говорю. Так, мистер Квадрат, вы что хотите? Вот так вот, чтобы я вас раздавил, как лепешка. Ой-ой-ой-ой-ой, так, не надо меня так раскачивать, я хочу поаккуратнее туда доехать. Все, здорово, мы справились, звезденька. И ура, мы тут прошли, все круто. Ух ты, сразу на какую-то кнопку нажимаем. А ну-ка, это у нас лазер раскрутился, но не так сильно, как мы нужно было. Эх, лазер. Так. Есть, здорово. Так, столько этот лазер нужно было бы... Ух ты, какой ты квадрат, чуть не попал по мне. Представляете? Такс. Вот и здорово. Привет, квадратик. Все, звездочка у меня. Теперь мы можем отправляться дальше, только бы как-то вот так вот. Хорошо. Надо лучше разгоняться. Это в прошлый раз мы не допрыгнули. Так, привет, квадратики. Ой, вы что тут забыли? Ну-ка, брысь отсюда. Ну-ка, получай. Есть, мы с ним справились. Так, а вот этот подрывник может нам помешать. Значит, мы скинем этот камешек. Непонятный. Все. Так, а это благодаря этой штучке мы едем дальше. Ай, только лишь бы не упасть. Такс. И чё тут будет? Тут отрываются, ребятки, эти качельки. Что делать? Фух, мы так и чуть ли не провалились. Эх, ай-яй-яй. Тут аккуратно нужно быть. Ой, чуть не попался я, ребята, в эти штуки. Тогда были бы у нас проблемы. Бежим от него! Так, молодец, мистер Квадрат. Все, ребятки, фу,
Ух, мы тут еле прошли, вот это у нас получилась действительно крутая серия, такая насыщенная, со взрывами, скажем так, и веселостями. Ребятки, на этом мы заканчиваем, вы еще продолжайте смотреть, сейчас будет небольшой прикольный ролик. А хочу я вам пока пожелать счастья, ребятки, чтобы вы были всегда веселыми и смотрели мои видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно пишите комментарии, ребятки, и может быть я кого-то замечу. Всем, ребята, пока. С вами был Спуди за Деду.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова